Друзья, всем привет! Ну что, значит, настало время установки варика CV-тычного, собственно говоря, ведомый я уже поставил. Собственно, с установкой его не проблем, все точно так же ставится, как родной. Единственное определенное но: он ставится гораздо легче, чем родной, потому что у него нет вот этой части сжимающей пружины, уже все, собственно говоря, сделано, взведено, назовем так. Остается только фактически его установить. Значит, как я крепил вот эту часть, в принципе, по старинке, кто смотрел мое прошлое видео по установке ведомушки вариатора оригинального BRP, я использую нехитрую такую штуку под названием отвертка из инструмента. Слушайте, она ставится просто вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Фиксируется. Только максимально старайтесь сделать так, чтобы у нас получается в ребро упиралось так вот. Ну, вот, собственно говоря, с такой затяжкой я кручу. Согласно мануалу, значит, мы крутим сначала на 20, там, по-моему, 20 ньютонов. Один раз нам получается поворачиваем до щелчка, а второй раз на 180 градусов. Но поскольку у меня уже и этот болт на самом деле является одноразовым, ребята. В прошлом видео я показывал, как у меня болт лопнул. На самом деле, вообще он считается одноразовым, поэтому я поставил стелсовский. Он достаточно крепкий, также стягивает все хорошо. Что нужно знать, это то, что нужно тянуть его динамометрическим ключом, естественно, впоследствии. Я делаю это пошагово. То есть большинство ребят крутят его 60 ньютонов. И, соответственно, кто-то его крутит без фиксатора резьбовой резьбы. Я использую фиксатор резьбовой резьбы. Поскольку все-таки, ну, переживаю, назовем так, что вдруг он где-то открутится. Я бы не хотел этого. Посему, парни, я, короче, сажаю он резьбовой. Вот я его посадил. Оставлю, он высохнет. У меня также помечено. И вот в этих местах стараюсь пометил здесь. Пометил в другом месте, также здесь. Ну и по факту, изначально я вот также пометочки сделал, вот такие, которые здесь вот видно. Вот они. Для того, чтобы, когда варик все-таки придется разбирать, чтобы у нас таких вот проблем не было, потому что он отбалансирован. Вы можете видеть это по меткам. Это очень важно, на самом деле, парни. Так, многие этим пренебрегают. Да, это будет работать, но дисбаланс. Следующий на очереди у нас ведущий шкив вариатор ставится. Он по такому же принципу, что в принципе родной. Собственно говоря, как-то все это дело выглядит вот так. Ну, собственно говоря, погнали. Все установлено, можно пользоваться. Так, не забываем, у нас есть определенные шайбочки, которые должны впадать вот в такие пазы. Шайбы используем мы оригинальные, родные наши, которые от нашего стандартного вариатора. Ну, вот эти штучки вот сюда вставляются, и там такая же хреновина там же сюда вставляется. Так, чуть неудобно немножко. Вот, собственно говоря, вот таким образом все это я делаю. Дальше наношу резьбовый фиксатор. Ну, без фанатизма, вот так вот чуть-чуть нанес. Тянем 100 ньютонов. Стандартная наша тема, любимая. Ну, собственно говоря, все, мы уже уперлись. Собственно говоря, дальше я что делаю? Кручу своим любимым гайковертом Райоби. То есть, что мы делаем? Я его подтягиваю. Все, он у меня уперся. Дальше я его не кручу. Дальше я его не кручу, дальше уже использую динамометрический ключ. Фу, короче, закрутил я варик.
собственно говоря, воспользовался таким образом. Уперся, короче, подножку, частично сюда, и поджал ногой, закручивал. Собственно говоря, желаемые 100 ньютонов я свои получил до щелчка. Осталось теперь ремень одеть. Есть определенный здесь тоже нюанс. Вот эти отверстия, соответственно, они не совпадают с тем болтом, который раньше был. Сейчас покажу. Так, и продолжаем, значит. Смотрите, раньше у нас была тема какая, чтобы раздвинуть щеки, мы использовали вот такой болт. В принципе, он подбирается в любом строительном магазине. Особо мощно не нужен. Я раздвигал щеки вот таким болтом. Вот. Но проблема в том, что он... Блин, ну, короче, полазив в своих закромах, я нашел вот такой болт. И он прям, ля, подходит, крутит, шмутит, вообще огонь. Ну, собственно говоря, вот такая фигня. И так вот мы раздвигаем чашки для того, чтобы одеть ремень. Потому что ремень нам нужно одеть. Поэтому многие, когда смотрят, ёб твою мать. Расстояние-то пиздец какое. На самом деле ремень одеваем, все становится в порядке. Ну я, короче, ребят, чтобы вы не ждали, я сейчас эту всю операцию сделаю. И потом вам, короче, это следующий кадр. Итак, возвращаемся к следующему кадру. Так, чтобы, в принципе, этой мутатой не заниматься, под названием «Не крутили руками», я... херней поделаю. Ну, соответственно, видно, как болт упирается вот туда. Ей, не видно, что ли? Ну вот, собственно говоря, вот у нас ролики спустились полностью, щеки раздвинулись, теперь ремень можем одевать, заодно и посмотреть, что у нас тут. А тут у нас вот такая требуха. Так, собственно говоря, ну, дальше одеваем ремень. По поводу ремня, парни, здесь, в принципе, все очень просто. Вы все уже умеете, знаете, ставим надписями к себе. В принципе, ремни синхронно называются. Вы можете поставить его и надписями вверх ногами. Но вы должны понимать, что он должен тогда работать у вас всегда так. Потому что он принимает форму тарелок. И вот чтоб, собственно говоря, такой херни не было. Ремни не меняем местами потом. Суть какая? Есть еще определенный такой колокольчик-звоночек, который может... будущему вам помочь. Смотрите, ремень у нас, когда катается по ведущему шкиву вариатора, он, соответственно, а именно вот этот красивый подшипничек наш, который часто бывает разрушается, мы можем следить, что он будет у нас кататься по центральной части. По центральной части кататься, и как только мы увидим здесь вот всякие разные такие нехорошие штуки, первый звоночек будет, чтобы посмотреть, все ли с ним в порядке. В принципе, чтобы его проверить, это достаточно очень просто. Пальчиками проверяем, то есть не шатается, не болтается, и он работал, с ним было все окей. Вот, собственно, и все. Это настолько проще, чем, короче, со стандартным шкивом. То есть мы можем понять, что с подшипником что-то не так, просто сняв тупо ремень. То, например, там нужно обязательно раскрутить эту хуйню, болт, потом, короче, полностью разобрать его, раскрутить и посмотреть, что с ним не так. Короче, вот такие есть нюансы. Проблема дальше по ведомому шкиву вариатора скажу. Здесь мне тоже нравится то, что его просто надел, болтом тупо закрутил. Все. Блять, сука, удобно. Вот. Ну, относительно, короче, после того, как все это дело соберу, я расскажу свои ощущения, как насчет того, что он едет, например, на Civitec после стока. Вот как-то так. И чисто, опять-таки, все мерить буду по своим ощущениям, своим жопомерам. Ну, мы обычно привыкли всегда им мерить. Стенда у меня ни хера нет, поэтому, ребята, про стенд забываем. Вот, а чисто по ощущениям, позже по меру. Итак, ставим ремень. Так. Рожа к себе. Ну... В принципе, все, ребят. Ну, вот это все, вы все с вами умеете, все знаете. Ну и дальше мы обыкновенно просто мел.
все дело выкручиваем. И нехитрыми движениями руки мы пытаемся, поставлю вернуться на место. Мешок чуть-чуть подкусило. Сейчас передачу сниму. Все, вот так вот вращаем и его выводит, собственно говоря, нужный нам радиус. Собственно говоря, что могу добавить еще? Вообще что-то видно там? Блять, нихера ничего не было видно. Короче, могу добавить еще подшипник этот, собственно говоря. Значит, что хочу еще добавить? Подшипник, который там находится. Соответственно, когда у нас квадрик вращается на холостом ходу, и ремень, упавший вниз, как вот сейчас, то, соответственно, он вращается. Чтобы все-таки подшипник служил дольше, может быть, еще как-то. Я хрен его знает, короче. Ну, собственно говоря, пока колено вращается, вращается подшипник, собственно говоря, ремень стоит. Как только начинает у вас подхватывать, ну, будет подхватывать передачу, может быть, катиться начнет на передаче, то тоже имейте в виду, что подшипнику что-то с ним не в порядке. Многие, конечно, разъебают за этим, не смотрят, просто газ полас и поехал, вообще не парятся об этом. Но, собственно говоря, суть, короче, такая. Теперь, парни, когда установлен у нас ремень вариатора, сейчас передачу воткну. Так, у нас нету теперь звука удара корона. У нас все, собственно говоря, вот так это выглядит. Бэм-бэм. То есть у нас, вот, собственно говоря, все вот так вот выглядит. Ну, собственно говоря, парни, все, теперь сборка варика осталась, последняя часть, то есть накинуть крышку, по факту завести, прокатиться, можно даже не накидывать крышку, завести, прокатиться, ну, собственно говоря, вот так. Всем спасибо за то, что уделили время, посмотрели, как, собственно говоря, всю эту хрень делал. Ничего сложного абсолютно нет, все то же самое, как обыкновенный вариатор, единственный момент, только это крепить вот ведомо, вы уже поняли, как достаточно просто ведущий, я сейчас все равно попробовал лентой, вот, собственно говоря, ну, и, короче, решил все равно воспользоваться инструментом этой херней, уперся, зафиксировал его, и свои 10 килограмм я закрутил его, он зафиксировался. Все. Локтайт застынет, соответственно, зафиксирует все. Я также сажаю на локтайт и вот этот болт. Потому что я что-то так немножечко очкую, а все-таки болтик пускай, короче, будет на фиксаторе. Ну, собственно говоря, парни, все. Всем спасибо за просмотр. Смотрите дальше, что как будет. Всем пока.